Перед вами модель, которая мне невероятно нравится. Это под карафль, шуба-пальто. Скорее, это даже, наверное, как пальто. Оно утеплено, достаточно морозоустойчиво. Не 30 градусов, но достаточно. Что с этой моделью можно делать? То есть она может быть как вот такой оверсайз, как сейчас очень модно, как пиджак. Вот так болтаться, как, скажем, с мужского плеча. Также вы можете заказать, самим соорудить из эко-кожи желательно, конечно же, ремень, пояс. И это будет чуть-чуть по-другому, вот примерно так, что тоже замечательно. Либо оно может вот так болтаться. Хочу обратить внимание на очень красивую подкладку. Мне нравится. Сочетание цветов. Этот цвет называется латте, как кофе латте. Хочу обратить внимание на подкладку. Я уже сказала, модель уже на крючках. То есть я лично предпочитаю ровно так. Я бы ничего не меняла, ничего не добавляла. Если же вам симпатично, вы можете сообразить что-нибудь с поясом.